Предвкушая начало нового, испытывая волнение и радость, во дворе нового корпуса школы номер 17 собираются ребята и их родители. Этого события так долго ждали. Новая школа в микрорайоне Финске стала настоящим подарком к началу учебного года. Мы очень ждали, когда нам в Финском построят школу. Это замечательно. Школа суперская. Мы были на экскурсии, потом были на родительском собрании. Все очень красиво, построено здорово. Очень близко к дому. Замечательно. Благодарим администрацию нашего города. Кабинеты современные, парты. Ну, все для детей. Столовая, ну, раздевалки современные. Никак. Вот мы учились. Ну, школа на порядок выше, чем старые школы. Мы живем в доме рядом. Наблюдали за строительством этой школы. И, конечно, ну даже вот мурашки бегут, потому что это счастье, когда такая современная, огромная школа. Обычно мы всегда очень долго ездили, 6 класс, 5 лет проездили в Ивантеевку. Я, конечно, очень рада, то, что вот перед моим домом вот такая вот классная школа будет. Я надеюсь, то, что я смогу хорошо учиться, ну и все будет хорошо. И вот настал тот час. В такой торжественной обстановке звучит гимн Российской Федерации. Флаг взмывается в небо на главной площади школы. Как и в прошлом году, так будет начинаться утро каждого понедельника для каждого школьника страны. Финский – один из самых населенных микрорайонов города. Школа была острой необходимостью для жителей долгие годы. Благодаря поддержке губернатора удалось реализовать важный проект. Сделан большой шаг в решении непростого вопроса ликвидации второй смены. Глава округа Андрей Булгаков взял на личный контроль возведение школы и сроки работ. Все удалось. Так, в День знаний руководитель муниципалитета поприветствовал собравшихся в школьном дворе учеников и их родителей, педагогов и почетных гостей. Поздравил с событием, которого так ждали. Полтора года строили эту прекрасную школу. Именно вместе мы ее построили благодаря активности жителей, педагогов, директора школы, администрации и всей команде. И при поддержке, конечно, нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Этот год мы начинаем с особым чувством гордости. Мы видим в вас не только учеников, но и будущее нашей страны. В каждой семье празднуют День знаний. В этот день все вспоминают, как ходили в школу. Школы все были разные, а вы счастливчики. Вы сегодня идете в совершенно новую школу. Вам школа-то понравилась? Сегодня для нас с вами самый счастливый день. Мы открываем новый корпус нашей школы 17. В этом году в первый раз в первый класс в школы городского округа Щелково пошли более 3200 ребят. Для них этот день особенно волнительный. Впрочем, как и для тех, кому в конце учебного года предстоит сдать ЕГЭ. По традиции, право дать первый звонок в новом учебном году выпало первокласснику и выпускнику. Вот он, яркий момент, символичное, торжественное перерезание ленты. Пик эмоций. Новое, современное, оснащенное передовым оборудованием учреждение полностью готово к образовательному процессу. Здесь созданы все условия для успешной учебы ребят. Просторные классы, актовый и спортивный зал, и пищеблок. На территории учреждения установлены элементы для активного времяпрепровождения ребят на свежем воздухе. Сама школа номер 17 с углубленным изучением отдельных предметов. И в ее новом корпусе ребята будут получать знания на высоком уровне. Благодаря работе высококвалифицированных педагогов, настоящих фанатов и профессионалов своего дела. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.